Привет, друзья! Прошло 5 недель после удаления халюса вальгуса или косточки на правой стопе. Ежедневно на второй день после операции стала делать рекомендованные мне упражнения по схеме, то есть поэтапно. Первый этап был до снятия повязки 2 недели, второй этап 2 недели после снятия повязки и третий этап после снятия башмака барука. До снятия башмака барука месяцы шли упражнения на восстановление кровообращения в конечности и увеличение подвижности в голеностопном суставе, в частности, на его отведение приведений, но отведение больше. За месяц мне удалось привести сустав. Ну, вот отведение у меня уже получается. Специально надел носки, чтобы показать. Вот отведение у меня как в левой ноге. Вернулась чувствительность в пальцах, но я не могу в полной мере еще ими управлять. Знаете, когда я сняла башмак барука и попыталась встать босыми ногами на пол, я чуть не упала, потому что пальцы были вообще нечувствительны, я их не чувствовала, как будто бы чужие пальцы мне пришили, и вот такое ощущение. Но я упорно делала упражнения, делала солевые ванночки, как было прописано. Гель Леотон мне прописали и Детролекс капсулы. Все это вместе мне позволило в течение первой недели ощутить какие-то результаты. Показываю. Я научилась частично сгибать пальцы. Я научилась частично ими управлять. Вот мои упражнения, которые я сама придумала. Сначала мизинчик, потом четвертый, третий, второй, первый палец. Все шло медленно и не сразу. Придумала упражнение на отведение большого пальца назад и вперед. Ну вот такие пока мои маленькие успехи после удаления косточки. Может быть, кому-то интересно, будет кому-то полезно. Ну, друзья, ставьте лайк, следите за моими успехами в плане реабилитации, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, и вы не пропустите ничего новенького. Пока-пока. А кто прооперировался, желаю вам успехов в реабилитации. А кто еще думает, оперироваться или нет, я желаю решить в пользу здоровья. Всем добра. Пока-пока.